Здорово. Кошка решила погрызть коробку. Самое подходящее время. Коробка целый день стоит, она такая, думаю, ну, на ночь глядя, можно погрызть. В общем, мы продолжаем прохождение Darksiders 2. Прохождение второго DLC. Второго из трех. И мы на прошлом стриме заполучили специальный артефакт, который нам позволяет ходить просто по лукам. Теперь можно... со спокойной душой ходить, ходить, бродить. Ну там вообще-то здесь еще один проход, да? У нас и здесь есть проход, а есть где-то еще там проход. В самом начале уровня. Назойливые. Но я буду покруче. Страшная топь. Насколько она страшная? Прям сильно страшная. Зачем я по привычке ищу какой-то лут? Мне же ничего не надо, в принципе. Только сундуки. Ну и мобов поубивать. Чисто для левела. Там какой-то проход есть. Так, там есть проход, да? Далеко он ведет. Он ведет к какой-то двери. Давайте мы беса еще кого убьем последнего на локации. И сходим посмотрим. Ну, ворон говорит, что нам сюда. А мы пойдем, значит, в противоположную сторону. Ля, сколько можно. Три DLC оказалось. Три DLC. Одно уже прошли. Второе заканчиваем. Плюс надо еще прокачаться до 30 левела для платины. А что такое? В смысле ты это? Импортных? Да, импортные DLC. Не пропадать же ему. Казалось, это ничего такое интересного.
Если было бы конец шляпа, я бы не стал играть. А тут оказалось, что интересный DLC. И что там, типа, можно допрыгнуть или что? Да. Там два магнитофота, кожаная куртка. Что еще было? Так, непонятно. Понятно. Что-то у нас. Это невозможно. Посмотрим, что там в конце. А у Darksiders 3 там же тоже DLC есть. Они интересные. Стоящие вообще. Сюжетные. Здесь вроде как сюжет какой-то раскрывается. Ну, частично. Да, блин, ты наверх прыгнешь. Сюжет некоторых, ладно, персонажей, о которых нам говорили в основной игре. Говнило. Только говнило. Но говнило и здесь есть. Я в него сейчас скоро пойду. Понятно, в общем, все. Тут, в принципе, все. Я думаю, на сегодня сейчас пройдем, закончим второе, начнем третье и закончим сразу его. И не думаю, что оно там долгое будет. Это невозможно. Блин. Вообще нереально. Безумный кузнец не лгал. Его творение живо. Зачем строить столько механизмов? Это моя задача. Мои дети соорудят кузницы в бездне в других мирах. И так все мироздание достанется новому роду. Я этого не допущу. Ты не похож на Творца. Ты не ангел, не демон. Сразу же мой. Моя задача. Я смерть. Сначала новые. Так, понимаю. О, прыгать не могу. Блин, это надо.
ёбку. Да, ёб. Ну что ж я не пройдёт, а? Чё не сработало на тебя? Я же нельзя ничего делать, да? Блять, прыгай. Да. Да я тебе за ноги. Нет. Да, блядь. Ты мой кидывай. Все, что ли? Без понятия. Блин, ноль хилок. Чисто хилялся, как сучка последняя. А это куда переместить нас? Выйти из подземелья. А можно я там хилки заберу, которые лежат? Можно. Найс. Короче, видео нет. Ну-ка посмотрим. А у меня что говорят? У меня есть видео. Это все, кстати, все DLC было. Ну там еще есть проход. Сейчас сходим туда, посмотрим. Но получается, что все. Можно было, в принципе, вчера и добить, наверное, да?
Сделано. Да. И теперь ты меня убьешь. Безумие – достаточное наказание для тебя, кузнец. Надеюсь, я не пожалею о своем милосердии. Ха. Пора мне браться за следующий шедевр. Не знаю, почему мужской баг. У меня идет все. Я это сейчас запустил, в принципе, в браузере все нормально. Безумный кузнец сделал этот молот для строительства кузницы в бездне, наполненной темной энергией. Этот молот разбивает даже самую толстую броню, поджигает то, что касается, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Что там? Кусок хауна, наверное, да? Ну, кстати, неплохой, если бы не мои косы. Мы выбрасываем, поднимаем и продолжаем качать их. Точнее, не коса, а это глефа. Так, что мы там съедаем? Вот этот мусор, 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 вот этот мусор. Вот еще мусор. Крит. Шанс крита, пробивающий урон. Давайте пробивающий урон. В третьей части, короче, нет свежих DLC. Ну, понятно, только это, да? Испытание, в общем. Понятно. Понято, принято. Своих сообщений я тоже, кстати, не вижу. Интересно. Попробуй винам пересмотреть. Включить, выключить свет в хате. Не знаю. Рубильник дернуть. Значит, ну щиток имеется в виду. Может, поможет. Так, здесь что за проход-то? Здесь тоже, смотрите, что-то есть. Секретная? Тра-та-та-тра-та-та. Отлично. Оборот тени, а это что такое? Мне сказали, что DLC прошел, а что это такое? Это законно вообще? Так обманывать? Меня в Mass Effect трахнул инопланетянин под синькой. Ну вот, а ты говоришь, что секса нет. Других романтических линий не нашел. Да она была мужиком, потому что играет. Так, ну я знаю, что сделать. Найс.
Что, там все открылось сразу? Здесь ничего нет больше? Чё, ты выяснил, почему у нас Валя не коннектится к нам? Почему мы не можем его в дарки призвать? А чё, как? Как, где? Вот и почему. Я тебя спрашиваю. Я первый. А чё за фигня? Ну вот прикол с этим паркуром, конечно, в игре. Не всегда срабатывает как нужно. Я-то когда, я к вечеру только протрезвел. К какому вечеру? Чё, пил что ли? Так, подождите-ка. Это что за приколы? Почему влево и вправо можно еще поползти? Или подождите, или это... Так, я что-то не догоняю. Давайте-ка делаем копию на всякий пожарный, да? Понятно, давай второго пирожка. Сюда же. Мы же вчера нахрюкались. Вон о чем. Так, и можно еще. А как мне обратку это сделать? Никак? Мне бы в обратку сделать. Чтобы в другую сторону пойти. Или что, или сразу его катить куда-то. А куда я его прикачу? А я его здесь не выкачу, да? Ой, блин. Что ж ты будешь делать? Так, что же за рубильник? Что он делает? Понимаю.
ключ. Да, ключ. Найс. Где там дверь это была? Здесь, да? А где вы это? На концерте что ли там нашли? Ох ты ж, ёшкин кэшкин. Что ты бить-то будешь? Блин. Ну, Глеба тащит, чё. Глеба тащит. Очко. Угу. Ну, в принципе, всё. Чё, DLC пройдено. Очко получено. Так, всё, теперь качаю вот сюда, наверное, и... И все, у меня ветка некромантии полностью прокачана. Теперь буду вот эту штуку качать. Ветку предтеча. Ну вот это, кстати, вроде буря жнеца. Ну я уже говорил о том, что вроде бы на 20 левеле открывается такая шляпа. Вообще дамага 0. Там снимает на каждую секунду по 40 урона. То есть смысл вообще. И дохрена тратит магии. Врубай третью часть, она даже не установлена. Ну, третий DLC, да, сейчас врубаю. Могли бы поставить какие-нибудь порталы, типа вот в эти... Что, сложно, что ли, в игру добавить... С обновлением портал, да, для DLC. Нет, надо из менюшки. Владыка демонов Вилиал. Я думал, кстати, за DLC хотя бы левелов 3 хотя бы подниму, а так-то поднял только один. Ну что ж. Владыка демонов Вилиал. Смотрим, что тут происходит. Так, походу это деваха опять сражается. Ой.
Уриэль, воины небес стоят. Пускай Белый город закрыт для нас, мы продолжаем служить свету. В эти дни гнева никто из нас не дрогнет. И мы не одиноки. Мои воины небес нашли выживших людей. Не думаю, что это возможно. Я поклялась говорить правду. Ты знаешь об этом, всадник. Если последние из людей еще цепляются за жизнь, я хотел бы поговорить с ними. Где их видели? Далеко за этим полем боя, всадник. Я их найду. Если Третье Царство не было уничтожено, тогда в нашей борьбе еще может быть смысл. До встречи, смерть. У тебя свое дело, у меня свое. А люди живы, интересно. Пойдем типа поглядим. Эх. Ну не напугали. Ну, может быть. Чуть. Не напугали. Ну вообще Глефа, конечно. Прям Глефа Черного Рыцаря, не знаю. Просто мега оружие. Мега пушка. Это мне нравится. Была бы еще, конечно, нормально загнута, да? Там она была бы косой, наверное. А не Глефа, да? Я не могу. О, давай один хотя бы возьмем. Ладно, давайте прыгнем просто. Интересно. Тип нельзя. Я уверен, что можно. А как такое? Только как? Блин, ну, наверное, можно. А если наоборот сделать? Интересно. Что ж ты будешь делать, а? Давай цепляйся.
Ну цепляйся. Да господи. Так, что-то надо оттуда надо прыгнуть, да? Просто пробежать, по всей видимости. Или как? Есть карта? Карта нет. Ну ладно, запомним. Может, сверху надо. Это вообще вниз. Так, я знаю, как это делается вот так вот. Ну не так вот, конечно. Эй! Подождите, здесь можно заобузить. И не проходить. Ну давайте пройдем. Смотрим, что тут есть. Но я так понимаю, что игра мне предлагает идти. А как идти? Ну туда идти, да? Ну я же могу. А почему он не берет ключ? Почему я не могу? Это что такое? Это что за приколы? А как залезть тогда? Ладно. Ну, давайте легальным способом пойдем. Прикольно. Это невозможно. Это типа ловушка была. Да я нажал прыжок, господи, вы чё? Раньше надо нажимать, окей. Ну действительно, кто прыгает под 90 градусов, когда бежит по стене? Я. Я прыгаю. Понятно. И что, я сейчас так смогу до этого? Почему до этого не мог долететь? Зачем вся эта сложность? Так, а ключ откуда его? Там дверь была закрыта. Окей, я даже не заметил, если честно. Да почему нет? Ладно.
А это куда идет вообще? Что, будут бить меня? Я не могу. Так, ну надо смочь. Надо, чтобы ты смог как-то это. Ой, ё-моё, всякого говна набрал. Так, во-первых, айс, убираем отсюда. Рукавицы зеленые вообще нахрен не нужны. Это забираем. Крит. Пробивающий урон, пробивающий урон. Улучшать, давай. На, кушай, кушай, кушай. Кушай, кушай. Что еще набрали? Кушай. 36, кушаем. Кушаем. Крит, крит. Ну 39 написано, но он увеличивается, просто багуется. 30% написано было. А что, не будет никто меня нападать? Ты желаешь медленной смерти? Передавай привет мертвым. Сам передашь. Что так много, а? 27 левел, кстати. Блин, дамаг-то нормальный. Несмотря на то, что мне пофиг. Демоническая заманка. Но зато левел перекачается, да? За убийство мобесов. Джоэль? Это ты? Недостаточно я. Рили, The Last of Us. Джоэль нам помогает. Когда-то помогала Элли, теперь Джоэль. Недостаточно.
Я не могу. Сколько мусора сыпется. А что там по косам-то? Опа, крит, крит, урон, лед. Давайте крит, наверное. Больше нельзя улучшать, но мне надо, чтобы... Чтобы она улучшалась, потому что мне тогда некуда будет сувать. Ничего. Че, выкидывать что ли это все? Дверь он видит. Две двери. Куда пойдем? Ну, наверное, в ту дверь пойдем. Вообще можно было подняться так-то. Это невозможно. Адская булава. Проклятые души убитых заключенных. Это болезнетворные. Бла-бла-бла-бла. Короче, фигня какая-то, да, наверное. Че там? Да нет, кстати. Ну не 805, конечно, урона. А там еще сундук есть. Сейчас сходим за ним. Так, где тут можно было подняться вниз? Там какой-то сундук находится за стеной. Где его там взять, я не знаю. На улице, может быть. Отлично. А вот тебе и шорткат этот самый, да? Непонятно. Разработчики думают, что я буду перепроходить заново, то есть ходить. Или типа это думали, что я курьер, побегу покупать хилки. Ну, кстати, как вариант. Может быть и побегу. Кто ж меня знает? Меня никто не знает. Я тебя изловлю. Ты заплатишь за все. Ты ошибаешься, человек. Я просто хочу поговорить. За что заплачу? Что я сделал тебе?
Терять больше нечего. Так проще. Многие паниковали, пытались биться с демонами. Не могу их за это винить, но так они и погибли. И ничего изменить не удалось. Засада, просто уровень бог. Не жарко, не холодно. Так, где-то тут сундук. Как тебя взять? Да ты что ж ты будешь делать-то? Беги по стене. Молодец. А чё мне не... Могли бы дать возможность раздвоения. Ну мы его походу вниз, да, скатываем или чё? Нет. Нет, его нельзя вниз. Ну ладно. Значит, я вниз пойду. А зачем я вниз пойду? Для какой такой цели? Цели нету. Непонятно. Окей, ну как это сделать? Нет. Для тупых, да? Там на другой стороне этого куба есть зацепки. Чтобы зацепиться, нужно его поставить в край. Значит, все было правильно. Сюда побежал пирожочек.
Блин, опять я забыл поставить, да? Ну да. Да это мой был. Мой демон. Проход открыл. Благодарю. Убежище 3. Здорово. Ну давай. Тихо, человек. Твое время еще не пришло. Ага, посмотрим. Ты не демон, как я вижу. Если ты не хочешь меня убить, то зачем преследовать меня по всему городу? Я думал, подобных тебе больше не осталось. Кто? Или что ты? Я смерть. Смерть — то, что меня пока миновало. Почему же ты решил прийти за мной сейчас? Ну, яростный воитель. После конца я встретил немногих союзников, в основном зверей, ну и других. Был бы глупее, сказал бы, что они ангелы. Впрочем, какая разница, кому теперь есть дело до нас? Но вот ты чем-то отличаешься. Ты бы думал обо мне хуже, приди я в другое время. Как так вышло, что люди еще живут? Я бы не назвал это жизнью. Да, тело еще при мне, но все, ради чего я жил, исчезло навсегда. И все же, ты должен был погибнуть. Я стараюсь не высовываться. Есть способы не попадаться демонам на глаза. Они же не всемогущи, как сначала нам казалось. Я уважаю твою осторожность, человек, но мне нужно знать, как ты выжил. Я был бойскаутом. Кем? Ладно, забудь. Нам есть и другие люди. Может быть. Но я работаю один. Некоторые вещи никогда не меняются, даже после апокалипсиса. Что стало с ними? Я не знаю. Только надеюсь, что они умерли быстро. Не думаю. Владыка демонов поймал меня.
Мы договорились. Я продал свою душу. Так. И что еще ты продал? Он заставил меня рассказать, где прячутся остальные выжившие. Как звали того демона? Он назвался Велиалом. А, Велиал. Стой, что ты собираешься делать? Убить его, но сначала он расскажет мне, что стало с другими людьми. Убить? Ты сошел с ума. Те твари, что нападали на нас на улицах, ничто в сравнении с ним. Велиал, владыка демонов. Много лордов умерло от моей руки. Как скажешь. Кстати, если вдруг тебе попадется моя душа, не вернешь ее мне? Сам ищи свою душу, бомж. Ледяной грабитель кто-то. Что за ледяной грабитель? Хрень. Вернитесь, Куриэль. А зачем у меня ключ есть? Ну давайте вернемся. Вообще у меня есть ключ, там не знаю, где есть дверь, которую надо открыть. А зачем возвращаться? Велиал, значит, да, нужен? Нужен Велиал. Ну, сейчас Велиал отхватит. Всадник. А зачем я вернулся к Уриэль? Иди своей дорогой. Можно было не возвращаться. Я сейчас переться. Ну ладно, не сильно далеко переться, я там шорткат открыл. А что там за... Там какой-то сундук все-таки лежит. Или я сейчас его подберу? По верхушке, если пройду в обратную сторону, да? Или уже забить просто на сундук? Где там дверь-то была, блин? С того чувака, походу, быстрее можно было дойти, да? Если будет эта фигня... Да, если бы эта фигня бы не страдал, бы можно было быстрее три раза дойти. Да, не надо было вернуться, зачем-то курили. Походу мы так не вернемся, да? Логово Велиала. Это невозможно. Thank you.
жив остался, еще нет. Забавно. На что-то надеяться. К чему-то стремятся. Это невозможно. Все, что ли? Это где было? А, вот здесь. Я не могу.
Оружие, думаю, выкидывать уже стоит или как? Или дальше? Ага, ну понятно. Нельзя дальше с оружием. Ну что, босс, босс. А весолом? Велел. А, Велел. Наверное, легион ада совсем отчаялся, раз сделал тебя своим владыкой. Прикуси язык, всадник, или я его вырву. Зачем ты вступил в мои владения? Кажется, несколько людей пережили апокалипсис, несмотря на старания твоего народа. Ты говоришь об охотнике? Он сказал, что продал тебе свою душу. Проклятие его души — просто угроза, чтобы держать его на поводке. Впрочем, может ли мне навредить какой-то человек? Пускай Лилит и Самаэль балуют тебя, всадник. Я терпеть твои глупости не надеюсь. Ты обманул охотника, или он обманул тебя? Мы оба знаем, что это не так. Ой-ой-ой. Что надо делать? Или пострелить надо? Что блять делать? Ну логично, что забрать его, да? Начинается. Что сделать-то? Ну а что делать-то? Ну, ладно, давайте пробовать. Одна хилка осталась, сейчас походу будем сливать. А, окей. Эй, блин, что-то я тупанул. Ну ладно, мы определились, что нужно сделать, по крайней мере. Здесь можно будет скипнуть диалог. Пожалуйста, можно скипнуть диалог? Да. Эй.
Да ёб тебя за ноги. Камон, как так? Где достает? Понятно, ну это смерть походу. Да я укатился. Да ёб тебя за ногу. Блять, ёб. Кусок говна. Ну что ж поделать-то. Надо лучше играть. Не понимаю, как атаки это, ну, типа, окей, можно уйти как-то. А, у меня же есть эти еще это, ну, сейчас мы ее используем. Камон! Камон, как вы так вот можете пройти? Да блядь. Трезубец великана, а Велиат, жадность купит, кипит в зубцах этого ужасного оружия, вытягивая из жертвы их жизни и деньги, повторяя жестокие слова прежнего владельца, его шипы шепчут своим жертвам: грош тебе цена. Хрень. Ну, в смысле хрень, ну как бы так-то нормально вроде бы, да?
особенность Мидас. Вампиризм. А чё, сундука не будет, да? Сундука не будет. Мало левелов дают, да, за прохождение DLC. Но это, я понимаю, DLC рассчитано на обычный гейм, да? Поэтому так мало опыта кидают. Ты вернулся? Велял. Он... Велял мертв. Ты серьезно? Я не знаю, кто ты, но я тебе благодарен. Моя душа снова со мной. Охотник, ты никогда не расставался со своей душой. Велял признал, что у него нет сил ее забрать. Он обманул меня? Я предал остальных ради ничего? Есть вероятность, что люди ускользнули от владыки демонов. Это невозможно. Я должен убедиться. Ты не пойдешь? Нет. Я не могу жить с тем, что сделал. Смерть. Раз уж ты здесь. Ты хочешь, чтобы я забрал тебя сейчас? Пожалуйста. Так и быть. Нормульс, чё? Взял, убил. Так, а чё у нас тут по проходам-то? Тут есть сундук. Как его забрать? Надо сходить за этим сундуком и всё, короче. Интересно получается. Ну, в принципе, он смерть, да? Но он же не забирает души. Вот это, кстати, лучшая смерть для Джоэла, чем от клюшки, да? Всадник. Ты не хочешь рассказать ей, что как бы там все? Типа людей больше нет. А это куда? Убежище. В смысле, ты должен убедиться, что их нету? А как мы убедимся? Так, ну я думаю, надо что-то как-то. Как-то как? Может, как-то там действительно есть проход за этим сундуком. Здесь берется, а как он там берется? Мы, кстати, не нашли тут этого очка. Что я так понимаю, в каждом DLC по одному очку умений. И здесь его не было. И еще не было. Это можно забрать все-таки? Может, как-то можно подняться вот на эту платформу? Потому что сундук где-то там находится. Да?
Блин, что-то не могу догнать вообще, как его там забрать. Вот здесь. Вот, а может, на этом проходе он находится как раз. Чё вообще не понимаю. Ну-ка давайте-ка еще раз просмотрим карту. Не издевайся. Там ничего нету. Тут нигде подняться нельзя. Ну и все получается, я хрен знает, как его вообще забрать. Ну и больше делать тут нечего. Все? Я не знаю, есть ли тут какой-то доп контент в этом DLC, кроме этого сундука. Ну, проходов никаких нету, тайных, вот, которые были в предыдущие, ну, на предыдущих DLC-шек, да? Поэтому... На этом наше прохождение Darksiders 2 подходит к своему завершению. А мнение по игре, наверное, то же самое, которое у меня было и после прохождения основного сюжета. В принципе, я игрой доволен. А, конечно, надо играть на максимальном уровне сложности, чтобы получить максимальное удовольствие от игры. Также недоволен немножко кривоватеньким паркуром и автотаргетом, беспонтовым автотаргетом. Вот такие дела. Непонятно, зачем, конечно, в игре имеется New Game Plus. Ну да, там враги становятся сильнее, и оружие вроде падает лучше высшего уровня, но по факту в игре делать нечего. То есть после первого прохождения, ну, смотрите, какая у меня логика, ну, не логика, да, ощущение.
Вот я прошел первый раз Darksiders 1, да? Я его проходил на стриме, на норме, да, и, в принципе, мне игра не особо-то, ну, мое отношение было такое, ну, среднячок, да. То есть, неплохая, ну, неплохая разок вообще вполне можно пройти, но не высокий уровень. Но когда я ее перепрошел второй раз на харде, на уровне сложности Апокалипсис, мне игра прям раскрылась, прям мне она понравилась, потому что оказалось, что там не одно вот комбо в игре, надо как бы какую-то стратегию всегда выстраивать на битве с боссами. И, в принципе, игра оказалась-то хорошей. Но на высоком уровне сложности только. Здесь, как бы, так как я проходил сразу на высоком уровне сложности, да, поэтому, начав New Game, продолжив на высоком уровне сложности, я понял, что в игре мне смотреть нечего, то есть вообще делать нечего. Очень скучно, все то же самое, враги те же самые, враги умирают так же быстро, в принципе, ну, потому что у меня оружие уже прокачанное к New Game плюсу. Что-то менять, не знаю, может быть, есть какая-то там броня, может, что-то можно бывает, но это вообще не имеет никакого смысла, я думаю, потому что, как бы, не знаю, только если поменять эту, ну, допустим, я прошел игру с дубинкой, теперь взял глефу, с глефой проходить, ну, ощущения те же самые, как бы, в принципе, что и с дубиночкой вот этой нашей, молотом. Ну, видимо, чисто для фанатов серии можно попроходить. Ну, в принципе, приятно, когда, конечно, есть New Game Plus, где можно попробовать себя в новом амплуа, посмотреть, ну, на более завышенную сложность, да. Плюс, я смотрю, здесь DLC тоже адаптируется. Ну, так как у нас есть автолевелинг у врагов, то враги, в принципе, будут всегда сильнее, ну... Точнее, не всегда сильнее, а соответствует твоему левелу. Вот. Посмотрим, что там в третьей части, когда настанет ее время. А пока на этом уже точно, окончательно все. Darksiders 2 пройден. Все мы посмотрели. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих прохождениях. И пока.